Санкции против России сохранят и, возможно, даже усилят из-за агрессивных действий в Украине. Об этом договорились лидеры стран Большой Семерки на саммите в Италии. Поначалу украинского вопроса в повестке встречи не было, и все из-за Трампа. Позиция Белого дома по Украине окончательно не сформирована. Об Украине с Трампом заговорила Ангела Меркель. Детали беседы не разглашали, но немецкий канцлер призналась, что осталось разговором довольна. А уже из итоговой декларации саммита стало ясно, «семерка» ждет выполнения минских договоренностей и настаивает на ответственности России в этом конфликте. В своем сообщении к участникам G7 Петр Порошенко в очередной раз заявил, Россию нужно остановить, потому что сама она этого не сделает. История учит нас, что умиротворение приводит к еще большей агрессии. Чем больше вы кормите крокодила, тем голоднее он становится. Только с позиции силы можно защитить устойчивый мир и восстановить безопасность и стабильность. Для этого необходимо поддерживать ключевые реформы, укреплять обороноспособность своей армии, в том числе наращивая запасы современного оборонительного вооружения. Для этого также необходимо, чтобы Запад не только не отменял санкции против России, но и в случае необходимости был готов усилить их. Петр Порошенко, президент Украины.